улице не очень жарко, Соболь Бадди развлекается в своей комнате. Вот он прыгает в свой гамачок. Непонятно, на чем сфокусировалась камера. Она должна автоматически ловить Соболя Бадди, но пока еще она не очень с этим справляется, или я не могу ее правильно настроить. Вот камера все-таки поймала Бадди. Тут Бадди думает, что же ему еще сегодня поделать, где бы попрыгать, чтобы поломать. Вообще Бадди очень хочет добраться до камеры, но камера висит прямо под полкой, и ему не очень удобно ее разрушать. Поэтому пока Бадди просто прыгает по другим полкам. Вот Бадди проверяет, где там Чару. Но Собакин, видимо, где-то дрыхнет, поэтому не удалось пообщаться с другом. О, кажется, Бадди пришла какая-то идея. Он очень внимательно смотрит на кресло Пуф. Прислушиваясь к нему. Так-так-так. Внимательно обнюхав кресло Пуф, Бадди пришел к выводу, что можно снова попробовать его прокопать. Надо сказать, что этот пуф не имеет ни молний, ни застежек. Это просто очень хорошо сшитый плотный материал. И этот пуф вообще предназначен для улиц. И я подумала, что в комнату Соболя вполне себе подойдет. На него удобно прыгать, а прокопать он его не сможет. Но, как вы видите, Бадди не сдается. Ну что ж. Могу заключить, что пуф очень качественный. Как видите, Бадди по-прежнему пытается его прокопать, хотя этот пуф здесь стоит, наверное, уже около года. Но пока у Бадди ничего не получается. Так что могу смело рекомендовать вам такие вот пуфы, хотя я не помню фирму, и я срезала все бирки, потому что бирки Бадди мог использовать, чтобы разорвать в местах, где эти бирки были пришиты. Так что это вот такая вот бесполезная рекомендация. В общем, не получается у Бадди найти место, где можно прокопать пуф и добраться до полистиреновых шариков. Если вам нравится наше видео, не забудьте поставить лайк. Это помогает в продвижении нашего канала.